Травинка, мы уже забрались так высоко. Я беспокоюсь об апельсинчике. Где он? Здесь еще так много веток вниз. И кстати, я уже боюсь. Может, уже забьем на этот волшебный шарик и уже пойдем домой. Я тоже об этом думаю, но у меня есть вопрос. Как отсюда спуститься? Скоро, кажется, я загадаю желание шарику спуститься отсюда. Да ладно, мы сами сможем спуститься. Я больше волнуюсь за апельсинчика. Он же упал и зацепился о ветку. Может быть, ему никто не помог. Здесь же редко кто-то гуляет. Ну да, про волшебный шарик написано только в книге Ферби. Вообще-то не только в книге Ферби, а еще и в книге фей. Апельсинчик! А дай нам апельсинчика. Я и не собиралась его у вас забирать. А ты вообще кто? Я фея. И у фей тоже есть такие сказочные книги. А вот и ваш брат. О, спасибо, что ты его к нам привела, потому что мы его очень долго уже ждали. Ну да не за что, садись сюда, вот апельсинчик пока. Отдохни. Ты, наверное, устал? Да. Кстати, сестры, познакомьтесь, это Лили, моя новая подружка. Стой, аккуратно. Постараюсь быть осторожнее. Ой! Короче, девочки, я потом за ним слетаю. О, вы фея? Да, я фея. Кстати, не волнуйтесь за своего брата, я его спасу. И хотела бы помочь вам с волшебным шариком. Я могу показать, где он. Хотите? Конечно, мы уже устали висеть на этом дереве. Мы затормозили на этой ветке, потому что не хочется лезть вверх. Ну хорошо, тогда я покажу вам, где волшебный шарик. Он очень красив. Ну что ж, спускайтесь со мной вместе. Я помогу тебе. Горошенко, откуда ты знаешь мое имя? Мне рассказал про вас апельсинчик. И сказал, что вы очень хорошие. О нет, горошенко тоже упала. Травинка, давай я хоть тебя подхвачу. Спасибо большое, Лили. Хорошо, мы спускаемся. Я уже здесь. Апельсинчик, горошинка. Вы меня тут ждете? Ой, да, я чуть хвост себе не сломал. Так раздражает под елок. Ой, я иду. Ну так скажи, пожалуйста, нам, где волшебный шарик? А свой волшебный шарик я уже нашла. Я видела в нем отражение прекрасной фёрбушки. Это вот этот шарик. Надеюсь, что мое желание сбудется, которое я ему загадала. Но это наш с апельсинчиком секрет. Да, это наш секрет небольшой. Ну ладно, а где шарик? Он вон там. Вон он, видите, он очень красивый. Вон он. Вау, он такой блестящий и красивый. Давайте к нему отправимся, чтобы наконец-то исполнить свои желания. Давайте. Идем. В смысле, полетели, наверное? Только я не смогу вас всех втроем подхватить. К сожалению, нам придется выбрать только одного. И исполнится то желание, которое он загадает. Пойду я. Я загадаю двух кукол. Мне и горошинке. Нет, пойду я. Я хочу поехать на море. Вообще-то я хочу сама туда сходить. Я ни разу не видела волшебных шаров. А вот это уже проблемка.